Всем привет! Вы на канале Сельхозпеределкин. Сегодня у нас 16 июня 2017 года. И в этом видео мы покажем вам, как мы ждали и не дождались дождей. Давай размочим. Ну, давай трушки этот, карбамид сначала. Не дождались дождей, и сейчас хотим... Тихонько ты открыл, да? Хотим это, внести подкормку на кукурузу, подсолнух. Сначала начнем, в принципе, с поля, там, где у нас под 8 гектаров кукурузы и 9 подсолнечника, как раз одно поле. Значит, подкармливать мы будем карбамидом по 4 килограмма. И получается гумат-лист от компании Лист Форте. Зайди, Юр, ближе надо снять. От компании Лист Форте. Получается гумат-лист. Это их личная, как бы, разработка, они что-то там доделывали в формуле, ну то есть это необычный гумат, как если брать других производителей. Значит, они любезно, в принципе, мне предоставили, ну, такую хорошую скидку после того, как они меня узнали, в принципе, по голосу, и земля так уж получилась, что она круглая и маленькая, что они тоже смотрят, следят за нашим каналом и решили нам сделать немаленькую скидку. Ну а зрителям, тем, кто будет смотреть данный видос и будет тоже заинтересован в их удобрениях. У них очень большой, как бы, перечень удобрений. Мы будем брызгать сначала, вот сейчас первый раз получается гумат-лист и карбамид, и больше ничего. А потом через минимум 10 дней, ну как минимум надо подождать 10 дней, обрызгать там уже на каждую культуру отдельно. Ну то есть на под подсолнечник свое и под кукурузу свое. Ну мы покажем это позже, как бы мы с собой его не брали. Вот, значит, а тем, кто будет смотреть это видео и заинтересуется в их удобрениях, если вы будете звонить им по ссылкам, перейдете в описании под видео, я дам их ссылки, вы перейдете на их сайт и будете звонить любому менеджеру и просто-напросто скажете кодовое слово, в данном случае это название нашего канала Сельхозпеределкин, то они уже вам непосредственно каждому свою какую-то скидку уже там вроде бы, ну, обещали, говорили, чтобы я так сказал, потому что за сотрудничество, как говорится, вам обещали тоже скидочку. Потому что они это могут. Вот, гумата, значит, мы будем лить по литре на гектар. Расход воды примерно 210 литров. Ну, там, чуть газнул, чуть это, в среднем 210 литров на гектар. Прикрывай, наверное, по воду пока. Ну, чтобы гумат и потом запустить за кадром, чтобы поколотило нормально. Закрывай, закрывай полностью. Сейчас вместе же будем заливать. Это рекомендованная доза вообще со самих менеджеров, как бы у них там доза от 750 грамм до литра на гектар. Больше они не рекомендуют лить, потому что больше оно просто... Мерки есть? Но. Так нальем сразу, ну да. Сейчас поколотить надо. Больше не рекомендуют лить, чтобы... Ну, просто больше нет смысла лить. От 750 тут и написано, в принципе. Да, вот он, от 750 до литра. Ну, больше литры, они... Ух ты! Погано закрыл. Ну ничего, хоть для организма это ж не опасно вроде бы. Больше они лить не рекомендуют, поэтому норма по литре, не более. И мы также само будем следовать этой же норме. Так, что у нас? Метка хорошая тут? 6. Качество гумата, в принципе, если вы смотрите мой канал, я думаю, их рекламу вы видели перед моими видео. Это сам YouTube как бы давал их рекламу. Ну, в принципе, что там, что в их рекламном ролике, если вы его досматривали, то что здесь, вот, в принципе, такое, как бы, соответствует рекламе, как было в рекламе, так и здесь. А ну-ка. Качество, то есть на вид, как бы, ничего, неплохо. Ну а по работе уже будем 7, по-моему, да? 6-7, вообще почти литр. Не? Все чуть-чуть. Да чтобы не переборщить, что же, если смысла нема, зачем ее переливать? Все. Да, точно. Вот так, все. В общем, сейчас мы будем дальше уже работать, пока как бы этот погода шепчет. Сейчас, хотя давай сделаем этот, откроем. Ты пока доточишь, а мы так обзорчик кукурузы сейчас сделаем. Бо я чуть не забуду, да, я руку обмыл. Чуть-чуть. О. Пошли глянем на кукурузу. В принципе, в среднем получается сантиметров 10-15, да, Юр, набрала в росте, ну, с момента последнего видео. Ну, конечно, опять же, кто-то есть ниже, кто-то выше, но, тем не менее, как бы вот так вот. Сейчас температура, я не знаю, градусов 20, наверное, да, па?
Максимум, может, и так, потому что без рубахи как бы уже прохладно на улице. Ветра идеально вообще пока что штиль, и поэтому мы этим и пользуемся. Вот так вот. Та кукуруза, конечно, это же первая NF-300, а та кукуруза, что получается АДВ и прочее, там еще они повыше. Ну, их мы, конечно, вряд ли покажем сегодня, потому что сейчас уже стемнеет туда-сюда, и пока там края обойдем, и все это дело уже показывать не будем, позже как бы, думаю, в следующих видео обязательно эту тему затронем. Все, будем, сейчас, в принципе, будем работать, а уже на подсолнечник, когда перейдем на подсолнечник, даже ночью с подфартом попытаемся что-то показать. Он тоже набрал в росте, как бы, и ничего такое, ну, лопухи такие стали, листья, как бы, развитие идет. Жалко, конечно, дождя не было. Эти все дни, получается, 3 дня назад, каждый день, грубо говоря, по 2-3 минуты дождик капал. Ну, такое, как бы, вот видно, что... Нет, вот. Ну, так он, сухая земля как была, так она и осталась. В общем, все, поехали, все, к работе. Вот, собственно, доделаем мы уже, получается, последние штрихи. Грубо говоря, тут, ну, может, гектар остался. Уже сколько там? 10:30, наверное, да, ее? Не знаю, у нас не было времени. Ну, примерно 10:30 ночи уже. Но, тем не менее, все равно как бы нормально. Работаем, как вот такой подсолнечник у нас здесь, на этом участочке. Топчем, конечно, тоже немало. Но все ради добра, как говорится. Все ради подкормки. Ну, по идее, даже на второй раз, как бы, когда будем подкармливать этот, ну, эти же следы будут мной использоваться по-любому, как бы, потому что езжешь по одному и тому самому следу. Вот, по подсолнуху тоже. На этот раз дозы такие самые по подкормке, то есть тоже по 4 килограмма карбамида и по литре гумат лист на гектар. Воды где-то так и получается у нас там от 200 литров, от 200 до 210 литров, потому что как бы скорость все равно ж не выдержишь прямо там тут с точностью до 100 метров в час, да, то есть погрешность есть. Вот, вот такой вот подсолнечник, если видите, в принципе, ну как, останавливаться не будем, потому что как бы времени нету, там что-то моргало даже впереди по курсу в небе, может быть и дождь пройдет, может через несколько часов, дай бог. Значит, по росту есть разные, ну, в принципе, от 40 сантиметров примерно, как бы, есть рост подсолнечника. Ну, где-нигде есть, даже по 30, конечно, ну, то что-то он запоздал и какой-то, видать, последний поезд прыгнул, как говорится. А так, в принципе, от 40 и выше даже есть, как бы, ну, некоторые. Там у кого, кому-то больше попалось хавчика, как говорится, кому-то больше воды, кто проворней, тот и выше. Вот так, друзья. В общем, вы были на канале Сельхозпеределкин. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вам всем удачи и пока.